Пусть проходят года, но на лицах седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы ярким солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Помню прадеда я, орденами его дорожу, что такое война, я потомкам своим расскажу. Будет вечный огонь, что горит у кремлевской стены, нашу память хранить, словно прочная нить, что связала с годами войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтоб Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны. Я хочу, чтобы не было. Представляется депутату Государственной Думы Российской Федерации, герою России Станкевичу Игорю Валентиновичу. Добрый день, дорогие друзья! Вчера мы только отметили прекрасный православный праздник, День Георгия Победоносца. Это святой, который покровительствовал нашей
армии всегда, и не случайно, наверное, что величайшая победа, победа Великой Отечественной войны так близко от этого праздника. И сегодня уже здесь, стоя на памятном месте, в рядах людей, которые держат портреты своих отцов, дедов, прадедов, независимо от возраста, независимо от того, что они успели в этой жизни, или, может быть, только начинают ее, как молодые ребята, стоящие здесь, мы все говорим спасибо победителям. Потому что только они, пройдя тяжелейшими дорогами отступления, сложнейших боев, наступления, атак, взятия городов, показали, что наш народ непобедим. И именно они дали нам право сегодня быть вместе, смотреть на это небо. Нам сегодня дали хороший день, чтобы наши дети учились в школах, чтобы землю пахали, и чтобы никогда не думали, и никто не мечтал, что чужой сапог пройдет по земле России. Для этого они отдали свои жизни и сохранили нашу страну. В Волжском районе сегодня стеклись на этой площади несколько ручейков с разных поселков, населенных пунктов Бессмертного полка. И уже небольшая речушка, которая вот здесь стоит с двух сторон, она скоро сольется, стала началом большой реки Бессмертного полка Самарской области, который 9 мая пройдет по площади Куйбышева. Так же, как пройдет Бессмертный полк во многих, да, наверное, во всех городах и поселках нашей Родины. И это уже будут не реки. Это будет настоящее море человеческой любви к победителям нашей великой Родины. Слава нашему Отечеству! Ура победителям! Слово для приветствия и поздравления предоставляется ветерану Великой Отечественной войны Алексею Ефимовичу Беляеву. Поздравляю всех с 72-й годовщиной Великой Победы. Желаю здоровья, счастья на многие годы. И желаю всем, чтобы этого не повторилось больше. Война есть война. Чтобы ее не было. Давайте жить мирно и дружно. Когда выступил ветеран, уже нужно сказать спасибо всем, кто из них присутствует. И, дорогие друзья, сегодня Самарская областная общественная организация «Герой Отечества», здесь генерал армии Баранов, герой Российской Федерации, передает Волжскому району один из первых экземпляров аудиокниги. Это книга, где человек, мастер слова, заслуженный артист Самарской области Геннадий Матюхин рассказывает о 21 герое Самарской области, связанной в том числе и с Волжским районом. Мы думаем, что район сможет дать ее в школы, дать ее в детские сады и там, где захочет это сделать. Это рассказ, это начало нашей работы увековечения памяти героев земли Самарской. Можно вам прочитать?
На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку, четверо у рва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилий, о них ни песен нет, ни книг. Здесь чей-то сын, и чей-то милый, и чей-то первый ученик. Они легли на поле боя, жить начинавшие едва. И было небо голубое, была зеленая трава. Они прикрыли жить бою, жить начинавшие едва. Чтоб было небо голубое, была зеленая трава. Болели, отмаяли раны свои, но великому мужеству верно храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть на смерть стоял. Отчего же ты ставил на сердце ладонь и в глаза, как ручья, отразится огонь? Что старые раны к ненастью болят, но вчера было солнце, и солнце зря. Что ж ты плачешь, солдат, у святого огня? Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал, хоронил и хоть на смерть стоял. Отчего ты депутату Самарской губернской думы Колычеву Александру Васильевичу. Добрый день, дорогие ветераны, дорогие труженики тыла, уважаемые жители села Подъем Михайловки, уважаемые волжане, которые делегировали сегодня своих представителей на этот великий праздник.
Низкий поклон всем тем, кто не пришел с полев боевых полей Великой Отечественной войны, кто своим беспримерным подвигом отстоял жизнь и свободу, независимость нашей Родины. Низкий поклон всем тем, кто сегодня размещен на портретах в рядах бессмертного полка. Низкий поклон сегодня присутствующим ветеранам, которых остается все меньше и меньше. И назидание молодому поколению, пока еще живы ветераны, брать с них пример активной жизненной позиции, правильное отношение к своей родине, правильное отношение к труду. Брать с них пример, учить историю, знать ее и ценить тот подвиг, который был нашим народом произведен в годы Великой Отечественной. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена павших. Вспомним. 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 452 000 жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы. Ты защищал отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само звание человека, который хотел растоптать фашизм? Мы склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Наступает минута молчания. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Нам
не видевшим войны детям мирного времени, никогда не понять всех ужасов тех страшных лет. А потому мы преклоняем колени перед вами, уважаемые ветераны, и поздравляем вас от имени всего молодого поколения. Низкий поклон вам, мужественные солдаты Великой Отечественной. Пусть будет мирным наше небо, богатыми поля, полноводными реки. Пусть здравствует и процветает многострадальная наша Родина, ведь именно за это вы проливали свою кровь. А мы, в свою очередь, обещаем вам никогда не забывать ваш подвиг. Вечной памятью почитать подвиг героев Великой Отечественной войны. Своим внукам и детям передать уважение и признание вам. Быть достойными вашего подвига. С праздником вас! К выносу знамени победы приготовиться! Знамя вынеси! Thank you.